В спортивном комплексе педагогического университета в пятницу стартовал открытый чемпионат Харькова по гандболу среди юношей не старше 12 лет. Борьбу за награды начали 8 команд из 7 городов, которые на первом этапе разбиты на 2 группы. Количество команд большое, 8, и плюс по составу Запорожье, Киев, Полтава, Зиньково – это сильные команды во всех возрастах. Нам очень приятно, что они к нам приехали. И на сегодняшний день, в этом году, это по 5-му году самый сильный турнир в Украине. В стартовый игровой день гандболисты Харьковской КДЮ США номер 3 встречались с сумчанами. Первая половина матча прошла под диктовку хозяев, которые отгрузили соперникам 8 безответных мячей. После перерыва тренер харьковской команды Юрий Андрусенко дал возможность проявить себя резервистам. Гости, воспользовавшись ситуацией, сократили отставание, но победу одержали харьковские юноши 14-6. У победителей 4 мяча забил Дмитрий Лазорко, по 3 раза отличились Александр Резник и Дмитрий Черниченко. Самые большие трудности были в основном во время атаки. Но нельзя говорить, что противник был легким. Потому что каждый противник, он сложный. Нету легких противников. В другом матче группы А киевляне сокрушили полтавских гандболистов 24-6. В квартете Б победами отметились команды Зинькова и Терновки, которые обыграли 2 спортивные школы из Запорожья. Окончательные результаты открытого чемпионата Харькова по гандболу станут известны в воскресенье.